Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами боксом, где мы будем зарабатывать криптовалюту абсолютно без вложений. Называется Golden Faucet. По регистрации нажимаете Sign Up, здесь прописываете имя, логин, пароль, повтор пароля, ваш пригласитель, два раза email. Сюда вы вставляете, друзья, вот в эту строчечку год своего рождения. Ну, там, когда вы родились, там 2020 год. Просто вручную вставили и все. Здесь ничего нажимать не надо. Далее сюда прописываем биткоин адрес прямого кошелька. У меня Coinbase, у кого-то блокчейн. Вывод на прямой кошелек. Вставляем капчу буквенную, здесь большие буквы. Ставим галочку, нажимаем регистр. Потом вас перебросит на страничку, где нужно придумать вопрос и придумать на него ответ. Я придумывала все как бы через Google переводчик и как бы придумала ответ. И записала, запомнить это все, естественно, надо будет. Так как я подозреваю, это нам будет нужно при выводе денежных средств. Потом вход у нас по логину и паролю. Попадаем в кабинет. Я вчера зашла в него. На балансе у меня уже 122 биткоин сатошика. Далее, если мы опустимся чуть ниже, проф, вот здесь внизу Payment, можно посмотреть статистику вывода. Вот здесь за вчерашнее число. Видите, все биткоин, прямой кошелек. Минимальный вывод отсюда 1000 биткоин сатош. И вот это все можно просмотреть, как вот он платит. Так, аккаунт. И все здесь визуально просто. Виндрав у нас здесь, как я сказала, 1000 сатошиков. Вот он. Так, баннер у нас находится, партнерская ссылочка наша. Вот она. Ну и баннеры. Что еще? Так, персонал сеттинг. Вот персонал сеттинг. У вас, так как при регистрации мы указывали биткоин адрес, здесь сразу же он отображается. Далее, что фаусет, здесь не кран, друзья, а короткие ссылки. Я сюда не лезу, зарабатываю я здесь только на ПТС, АДС, аферуал тоже не лезу, и вот дальше тоже. Как мы просматриваем рекламку, здесь довольно таки неплохо, 4 рекламки по 20 сатошиков. 2, 4, 6, 80 сатошиков. Здесь у нас по 4 сатошика. И далее вот здесь по 2 сатошика. Вот давайте посмотрим одну рекламку. Нажимаем, нас перебрасывает на страничку. Ждем, пока загрузится сайт. Сейчас закрою эту рекламу. Видите, уходить со странички нельзя. Вот загружается шкала. Давайте подождем немножечко. Она загрузится. И разгадываем капчу. Капча здесь простая, стандартная. Выбираем перевертыш. Все, зачет. Таким вот образом мы просматриваем всю рекламку. Вкладочку можно закрыть. Вот стало серым. Ну, вроде как я все вам показала. Вот стало 142 сатошика. Минималку набрать будет нетрудно. 1000 биткоин сатошиков. Я думаю. Ну и все на этом, друзья. Так, здесь Виндрав History еще нечего показывать. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо.
Здесь, если мы будем заходить 25 дней подряд, то все можно тоже перевести на русский и прочесть. Так, просмотр объявлений доступно 25 плюс ежедневно. Заработайте. Так, что-то получить вознаграждение. Здесь надо 25 дней ежедневно, чтобы получить какое-то вознаграждение. Вот, и здесь еще тоже Golden Crit. Сетка доступна. Тоже получить вознаграждение. Краны — это короткие ссылки. Я туда не лезу, я ненавижу эти короткие ссылки. И еще Affirval. Тоже как бы получить вознаграждение. До новых встреч!